До начала 20 века существовало 4 вкуса. Кислый, сладкий, горький, соленый. Но появился 5-й – глютамат натрия. Что это? Поговорим об этом. Е600, Е699 – это класс соединений под общим названием пищевые добавки, ароматизаторы и усилители вкуса. Более 70 соединений входит в этот класс, но споры ведутся только вокруг одного – Е621 – глютамат натрия. Почему? Более 2000 лет кухня Юго-Восточной Азии использует этот продукт для усиления вкуса своих пресных блюд. Кстати, впервые его выделили из водорослей. А вот осознанно, как усилитель вкуса, его стали добавлять в компоненты пищи с 1908 года. Сейчас глютамат натрия получают в основном химически. Война вокруг него началась в 1968 году, когда китайские рестораны по всему миру стали вытеснять кухни фастфуда, кухни быстрого питания. И тогда основные производители придумали эту тему. А насколько вреден глютамат натрия? Не бойтесь, он не меняет вкус основного продукта. Он просто заставляет вкусовые молекулы задерживаться дольшее время на вкусовых пупырышках. Кстати, он присутствует практически во всех острых продуктах. Острые сыры, горчица и перец. И помните, что глютамат натрия – это обыкновенный белок, который синтезируется нашим организмом и точно так же выводится из него. Поэтому ничего вредного в нем нет.